Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Grand Survival. Где-то посреди Тихого океана. 6.09. Такая рань, что происходит? Что за... Нужно быстро убираться отсюда. Нужно найти какое-то средство самозащиты. На, клюшкой от гольфа по мордельне. Интригующее начало, конечно. Ха-ха, игрок. Это за которого мы будем играть? Ну что же, неплохо. Так, надо назваться. Я как понимаю... Да? Не, давай не так. Вот. Продолжить. Хм. Какая удача. На этом плоту есть шансы выжить. Что-то мне эта игра напоминает. Осмотрите хранилище. Хотите пройти обучение? Ну, хочу. Тут находятся все вещи, которые в данный момент лежат в инвентаре. А сюда можно складывать вещи на хранение. Их можно забрать в любой момент, когда вы находитесь на плоту. Чтобы сложить все имеющиеся вещи в инвентаре, нажмите «Положить все». А чтобы забрать все вещи из хранилища, нажмите на кнопку «Взять все». Задание выполнено. Ну что, а нужно ли нам брать все? Наверное, нет. Вызывает маяк. Вызывает маяк. Там акула. Это рафт, точно, ребят. Послушать радио. Эй, на плоту. Да, я к тебе обращаюсь. Не удивляйся, я Ико. Рад, что тебе удалось наткнуться на остатки моего плота. Если посмотришь на север, увидишь остров с маяком. С него я за тобой слежу. Вижу, тебе не сладко досталось, но мне нужна твоя помощь. Окажи услугу, греби на остров. Я тут застрял, и без твоей помощи мне не выбраться. Эй, мне бы тоже помощь не помешала. Если ты что-то говоришь, то я тебя не слышу. Поторопись, мне действительно нужна твоя помощь. Я в долгу не останусь. Оух, действительно, я вижу маяк. Нужно помочь несчастному. Возможно, и он поможет мне. Так, посетите остров Маяк. Карта. Слушай, точно это как рафт, ребята. Вот он, маяк. Нажмите на остров. Можно найти вот такие вот предметы. Нажми грести, чтобы быстро доплыть до острова. Грести. Энергия. Так. Причалить, конечно же. Хм. Интересно. Задание выполнено. Да ну нафиг. На пляже кто-то есть. Использует джойстик для перемещения. Ну это и понятно. Эй, с вами все в порядке? Мозги. Зомби-апокалипсис. Теперь все ясно. Нажми, чтобы атаковать. Иди сюда, зомбарь. На. На. О-о-о-о. Ты посмотри на его ХП. Ладно, надеюсь, потом у нас будет какое-нибудь оружие. Там аптечка есть, это хорошо. Задание выполнено. Так, обыскать зомби. Что мы там найдем? Ох ты. Взять все, конечно же. Палатка, нужно ее обыскать. Так, о, теперь, ребята, у меня есть мачете. Палатку пускать, а можно я вначале аптечку возьму? Посмотрите ролик. Увеличение урона на 20%, время действия 5 минут. Увеличение максимального здоровья на 50%. Бесплатно. Ну, смотреть будем, наверное... А он будет показываться? Так, ну что, реклама здесь работает, слава богу, это хорошо. Так, смотри, что-то здесь нашел, это хлам. А сундук можно обшмонать? Можно. Конечно, берем все. Ой. Вечно кликаю, куда ни попадя. Рекламу тут нечаянно, ребят, посмотрел опять. Ну что, в палатке искать. Что мы там можем найти-то? Задание выполненное. Найди еще палатку. Может, поблизости есть еще палатки? Ну, видишь, там стрелочка показывает, что...
тихо, тихо, тихо. На, ого, ну так, друзья, совсем другое дело. Мачете это бьет просто колоссально. Давай-ка обшмонаем здесь. Взять все. Так, тут еще, по-моему, что-то я видел, нет? Ага, вот. Куда? Бабируса? Что еще за бабируса? А ну-ка посмотрим, что у нас тут. Искать. Так, открыты новые рецепты. Перейти. Хотите продолжить обучение? Продолжим, да. Рецепты для создания предметов. Повышайте свой уровень, чтобы открыть больше рецептов. Ресурсы, необходимые для создания предметов. Если ресурсов достаточно, можно создать предмет. В данный момент я могу создать... Добавлять 4 слота к инвентарю, если экипирован. Ать, а мне не хватает что-то такое. Что это вообще такое? Пластика. Понимаешь, пластика нету. Могу взять топор, сделать. Могу уже? Нет, не могу, потому что не хватает бревна. Так, тут копья. Понятно. В общем, нужен пластик. А пластика у меня пока нету. Будем искать. Так, Беребус, иди сюда. Бабиру... Баби... Да куда ж ты? Ать! Досталась ей по хребтине. Ты посмотри, какая шустрая. Пора сделать рюкзак. Может быть, рюкзак-то и пора сделать. Взять все. Блин, действительно, у нас инвентарь такой ничтожно. Ага. Пластик, отлично. Вот теперь я могу, наверное, ну, продолжить. Здесь находятся предметы, которые вы носите с собой. Здесь показана надетая экипировка и ее износ. Следите за своими жизненно важными показателями. Карманы являются слотами быстрого доступа. Угу. А мне нужно создать рюкзак. Создаем. Так, теперь инвентарь и рюкзак уже автоматически на нас одет. И вот у нас появились 4 дополнительных слота. Что очень-очень радует меня. Я, наверное, опережаю события. Куда-то я сюда вышел на побережье. Так, давай посмотрим, что у нас тут лежит. Угу. Много чего всякого лежит здесь. Также я вижу тут хлам. Соответственно, бревна. Все это нам пригодится. А что, музыки никакой нет в игре, что ли? Так, мы даже лист пальмы прихватили. А звезду можно взять? Нет? Так, я этот листочек тоже заберу. Ну что, здесь... А, смотри-ка, тут можно будет рубить лес. Ну, понятно. Ага. Нужно починить мост. Мост разрушен, как же перебраться? Может быть, это старое дерево поможет? Рубить. Создаем топор. Так, а теперь-то нужно нам, наверное, его экипир... Или как? Ага, во. Руби, парень. Тыдыщ, упала. А вот и чувак, который нас поджидает. Который, видимо, с нами общался. Тихо, ты не упади в воду там. Ты здесь? Третьи сутки не могу отсюда выбраться. Хотел бы до баржи свой вплавь добраться. Да боюсь, от старика Ико акулы и кусочки не оставят. Хотели с напарником на баржу отправиться. Вот и сделали плот. И только начали отчаливать. Налетели эти крабы-переростки. Плот поломали. Часть плота в море унесло. Ну, ты уже знаешь, напарнику моему не повезло. Может, видел его остатки? Один монстр за мной погнался. Хорошо, мост от веса не выдержал и обрушился. Так я здесь и заперся, да ключ случайно с обрыва обронил. Видел, как один из крабов-переростков его слопал. Сейчас они на западном пляже появляются. Вид у тебя бойцовский, может, добудешь этот ключик? Ага, нифига там краб-переросток. Так понятно, что мне придется идти и разбираться с ними. Мутокраб. Так их называют, мутокрабы. Ой, тут еще и зомби. Так, просто пальчики оближешь. Получить. Получил. На, на тебе. Зомбетина. Забираем.
Так. Блин, там... Ну-ка, давай со спины. Ага. А, мутокраб-то... Сосунок. Так, блин, он меня увидел. На. Да куда ты бежишь-то? Дай ему по щам-то хорошечно. Иди сюда, мутокраб. Level up. Открыты новые рецепты. Это что у нас такое? Грядка, а это хранилище. Понял. Ключ, наверное, сейчас найдем. Ать. Реально крабомутанты? Что происходит? Это мы узнаем чуть позже, что происходит. Пока мы с тобой забираем всякие тряпочки. Слушай, я же могу дерево рубить? Лес, так? Ну-ка, вот тут вот я пальму где-то видел. Куда ты? Ой-ой-ой-ой-ой. Там в... Это кто такой? Акула, что ли? Я не понял. Акула там плавала, прикинь. Ничего интересного. Ну-ка, проверим. Ведь должны же как-то мы... Че, вот я должен обязательно туда встать, что ли? С той стороны, с этой нельзя? А, ну все, понятно. На, сейчас мы срубим деревце. Мы получаем кокос и бревно. Ну что, сейчас мы этого мужичка освобождаем. Так, подожди секунду. Ананас получил. Подарок для тебя. Лук и... Легкая броня какая-то. Понравилась игра? Пока да. Ну что, заходим. Давай поговорим с тобой, мужик. Спасибо за ключ. Теперь я могу выбраться с этого острова и поискать что-нибудь съестного. Я уж думал, один в этом мире остался, пока не увидел, как ты забираешься на мой плод. Кстати, можешь оставить его себе. Не знаю, что происходит, но теперь я точно отправляюсь на свою торговую баржу. Хватит со старины Ика приключений. Если что-то приглянется из моих вещей, не стесняйся. Можешь забрать, что хочешь. Рекомендую установить на плоту хранилище. Туда ты сможешь перекладывать вещи из своего рюкзака. У вас подарок, нажмите, чтобы его забрать. Ну, давай посмотрим, что тут. Тут находятся предметы, их количество не ограничено. Сколько угодно предметов могут лежать в хранилище. Чтобы забрать предмет, нажмите кнопку «Собрать». Предметы удаляются через какое-то время, если их не забрать. По истечению таймера станет доступен еще один подарок. Слушай, ну я заберу вот это вот, лук, все вот это вот, пластик и энергетик, естественно. И следующий подарок будет через 23 часа. Так, тихо, у него тут ящик какой-то. Дай-ка я поищу, что там в этом ящике может быть. Так, подожди. Взять все. Слушай, у нас там, по-моему, какие-то тапки древние даже появились. Тапки он поставил. Броник вообще у нас какой-то. Во! Другое дело. Так, а лук? Вот так вот сделаем. Угу. Тут у него еще есть аптечка, мне, в принципе, пока не нужна. Вернуться на плот не нужно. В холодильнике есть что пожрать-то у тебя? Ну, он тут неплохо устроился, кстати, у него, да? На побережье. Ой, зачем я аптечку потратил? Зачем я аптечку потратил? Ну, бинты. Ого, пачка денег даже, купюры. Все дела. Зачем они такое нам нужны? Не понимаю пока. Эть, инвентарь переполнен. И что мне сделать? Так, 50, 20, 40. Как, кокосы тогда мы, наверное, выкинем. А изоленту, я думаю, что нам нужно взять. Она нам пригодится. Ну что, возвращаться на плот или тут еще... Ага, можно еще тут порыскать. Так, шестеренка еще какая-то, твою налево. Кокос утоляет голод. И немного питья. Выкинем его пока. Забрали. Так, и посмотрим, что у него тут.
этом маленьком сейфе, видимо. Ох ты, ох ты. Не-не-не, никакой не переполнен. Выкидываем мачету. И вот эту вот трихомудию. И забираем, что тут есть. А есть тут какая-то броня, но, видимо... Так, 8 брони дает. А это сколько дает? 13 брони. И есть ружбайчка. Все, теперь я пошел возвращаться на плот. На почте есть что-нибудь? Да, металлолом. Так, ну что, если я даже дойду до плота... Ага, вот так вот меняется оружие, понял? Быстрый старт. Да не надо никакого быстрого старта. Хотя там куртяшка такая нехилая. То есть вот таким вот нажатием мы с вами перемещаемся на плот. По истечению таймера остров-маяк исчезнет навсегда. Через 23 часа он исчезнет. Зашибись. А что мне теперь делать? Вернуться на плот. Дрейфовать и грести. Дрейфовать 5 минут. Не, давай поплывем. У нас, правда, энергия тут. Причаливаем. И вокруг этого плота, блин, акула кружится, как в этом, в рафте. Или в рифт. Рафт, рифт. Сос, самолет падает. Это Ика. До тебя тоже дошел сигнал бедствия самолета? Бедняги, наверное, разбились, а? Что? Тебя не слышно. Похоже, у тебя сломан микрофон. Проверь место крушения. Возможно, остался кто-то жив. Заодно, может, микрофон в самолете уцелел. Будь осторожен. Пилоты говорили про зомби. До связи. Нужно свериться с картой. Посетить остров с самолетом. Ну что ж, давай посмотрим. Остров с самолетом. Остров с самолетом стал доступен для посещения. Показать. Вот он где. Так, грести. Еще 19 энергии тратим. Тут какой-то, я не пойму, особняк, что ли? Ну. Причаливаем, конечно же. Но эта акула, она плавает возле нашего этого, но ничего нам не делает. Я вот что заметил. Ах! Тихо, 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 зомбарики. Тут дофига их что-то. Ого, нужно обыскать чемоданы. Наверняка в них что-то есть полезное. Крабики, крабики, ничего интересного. Увидели, что ли? Вот в чем преимущество лука, ребят. Да, бьет, конечно, не так сильно. Но зато можно издалека. Чего там, трупе ничего нету? Есть. Оп, всякие тряпки, бинты. Ну, в общем, что нам нужно? Забираем. Так, ну их здесь показали очень много. Можно, конечно, из ружбайки бомбануть. У лука тоже есть своя, как говорится, выносливость. И она не бесконечная, само собой. Так, где ты там? Да куда ж ты бежишь-то? Так, а лук у нас сейчас сломается. Уже пошел в дробовичок в дело. Ну-ка, иди сюда. Так, этих обыскать нельзя. Блин, да их там дофига. Что в этом чемодане у нас? Куда? Он сам иногда куда-то бежит, непонятно почему. Горящий зомби. Надо убить его. Убил. Новый уровень получил. Задание выполнено.
Так, может, в этом горящем зомби ничего нету? А почему ты не обшманываешь-то? Я не могу понять. Блин, инвентарь переполнен, блин. Я могу выложить, у меня же тут... Тут еще и ягодки. У меня на плоту есть этот... Как он объясняется, скажи-ка мне. В общем, этот... Склад, не склад. В общем, хранилище. Надо в хранилище что-то выложить. Что это? Как мне попасть на свой корабль? Ну, именно вот перейти к рецептам. Лесопилка, гриль. Также у нас ткацкий станок и удочка. Завершить, сделать топор. Это награды мы получаем. Второй этап, третий этап. Подожди, а как же мне именно... Ну как тебе объяснить-то? На свой плот-то как встать-то мне? Непонятно. Остров с самолетом, а плот? Так, получить. Аптечки я получил 4. Обыскать горящего пассажира. Что-то я теперь вообще ничего не могу сделать. Грести. То есть мне... Вот я с этого сошел... А, нет, вот, причалить есть. Блин, я не пойму, как мне сделать, чтобы я на своем плоту мог использовать, извини меня, инвентарь. А что, они все обратно установились? Да ну нафиг. Серьезно, что ли? Ну да, респ мобов. Точно, блин. Как ты медленно бомбишь своим топориком. Ты будешь бить-то просто, придур... Не, он дурак или что, я не пойму, а? Вообще ничего не хотел делать. Так, ой, еда так мало восстанавливает всего нам. Обыскивать-то это одно дело, но я даже поместить это никуда не смогу. Упс, что-то сломалось. Что-то сломалось. У тебя сломалась винтовка, парень. Что-то, говорит, сломалось. Как ты долго бомбишь. А если этот огненный опять здесь ожил, мне его опять бомбить придется? Так, что у нас тут? Завершено. Разблокировать награды. Эть, не надо такого делать. Это магазин. Так, ну что, вот. Мы тогда здесь посмотрели это все. Вот, вот он так. Вот скажи мне, как я должен его бомбить? Сотка у него. Сотка хп. Ладно. Пипец, там еще и еще один идет ко мне. Ну, аптечек, слава богу, хватает, поэтому, может быть, у нас получится выжить здесь. А я могу что-нибудь создать себе, помимо... Вот. Ать, уже бьют. Но ножом он побыстрее тыкает. Будем честны. Так, иди сюда, куда ты там побежал, огненный? Он себе еще и здоровье установил здесь все, прикинь. Ножом, конечно, мы тыкаем быстрее. Или заточкой это можно назвать. Но урон ты посмотри. Благо у нас есть бинты.
А у нас тут нет, да, этих параметров? Сытость, голод, питье, у нас только броня и энергия. И новый уровень. И сюда. Затыкай до смерти тебя, зараженный мертвец. Вот так. Так, нам нужно было что? Обыскать горящего зомби, сказали, по-моему. И что там у него может быть? Задание выполнено. У него там часы, деньги, чего только нету. Вернуться на плот и сделать хранилище. Вернуться на плот и сделать хранилище. Подожди, у меня же там хранилище вроде есть. Мало места. Так, смотри, открыты новые рецепты. Дождилов, пустая бутылка и бинты. А бинты там показали, устраняет кровотечение. Так, сейчас что смогу, заберу. Блин, энергетики эти. Как, блин, мне на плоту-то на своем вот размещаться? По истечении таймера остров исчезнет. В дальнейшем он будет случайно появляться на карте, и его можно будет пройти еще раз. Через 58 минут он исчезнет. Вернитесь на плот, сделайте хранилище. Ну вот, я на плот вернулся. Вот, вот, я на плот вернулся. Как мне сделать хранилище? Грядка. Так, лесопилка, лесопилка. Можно использовать только на плоту. Маяк. Так, каучуковая ферма. А, вот плот-то. Подожди, а это мы... Что это тогда? Это лодка, ё-моё. Тьфу ты. Трындец. Вот, оказывается, плот. Плот у нас отдельно идёт. Я что-то подумал, что мы на плоту передвигаемся. Да. Ать. Неужели будет атаковать теперь? Блин, акула атакует плот. Эта гадина уничтожит мой плот. Тыкай по ней. Эх, придется восстанавливать. Ха-ха, съела. Эта акула получила по заслугам, но не думаю, что это ее остановит надолго. Я установил на плот гарпун для защиты от этих бестий, но вижу, он не уцелел. Почини гарпун, и он сам будет отгонять акул от плота. До связи. Гарпун — это круто. Гарпун-то круто, блин. А как мне теперь вот, например, здесь получить? Отлично, слышу, микрофон ты нашел себе. Не нравится мне эта вся история про зомби. Проведай, пожалуйста, моих друзей на каучуковой ферме, а то не могу связаться с ними по радио. Заодно забери резиновую прокладку, которую мне должны были вернуть. Блин, прокладку вернуть тебе должны. А как мне вот тут вот пол, например, новостей нет. Пропускаем. Так, ну что, получить детали. Ать. Дерево, костыль. То есть гарпун. Еще нужно и починить. Так, это у нас склад, насколько я помню, да? Хранилище. Выкинем энергетики, не знаю, зачем мне деньги. Так, броник. Листья, пластик. Дерево. Спиннер зачем-то ценится торговцами, написано. А я могу же улучшить? Ага, чтобы улучшить до второго уровня, нам нужно 7 древесины, 4 костыля. А это что такое? Шкура. Слиток железа. Так, на верстаке что можно сделать?
Соберите все необходимые детали. Гвозди. Блин. Хорошо. А как мне расширить? Вот, например, я хочу увеличить наш плод. Так, рецепты для создания предметов. Повышайте уровень станка, чтобы открыть больше рецептов. Ресурсы необходимы для создания предметов. Подсказка, где можно найти ресурсы. В этом случае появляются созданные предметы. Это все понятно. Во, построить. Вот. Сюда, пожалуйста. Оп. Давай здесь и здесь. Все, кончилось, да, дерево? Ну, совсем другое дело. Ну, надо гарпун делать. Сделать хранилище. И посетить каучуковую ферму. Чтобы сделать хранилище, что нужно? Пластик и древесину. Пластик и древесину. Мне кажется, придется опять плыть на тот остров. Или на каучуку сразу рванем. А, есть, ребята, здесь все это. Питание, вон оно. Внизу подсвечивается. Твою налево. Так, вот это вот. Вода здесь. Бутылка с водой. Хочешь, я сообщу тебе, когда производство завершится? Включить. Блин, за 9 минут. А что-нибудь есть такое, что мне утолит жажду-то? Вот, наверное. Запеченная тыква. Просто пальчики оближешь. Использовать. Да. Все. Так, броня у нас сейчас скоро разлетится в хлам. Так, давай-ка мы, наверное... Да куда же ты сам бежишь-то? Возьмем вот эту вот. Бутылка с водой возьмется с собой. Так, и одеваем. Пока так. Так, предлагаю рвануть на каучуковую ферму. Где она у нас находится? Сейчас мы до нее доплывем. Каучуковая ферма стала доступна для посещения. Ржавый атолл. Вот она. Он еще про какую-то говорил резиновую прокладку. Причалить. Предупреждение. Погиб в локации с таким знаком, вы уже не сможете вернуть свои вещи. Этот знак... Понял. То есть, если мы здесь погибаем... то все вещи, которые у нас были, они исчезают. Так себе перспективка. Куда ты бежишь-то? А, ты краба увидел? Краб, иди сюда. Блин, мы даже краба бомбим. Очень долго. Мутокраб. Ты проверь его. Чё, не... Так, этот убегает от меня. Так, что у нас тут найдется сейчас? Это можно умножать там за просмотр рекламы. Что за остров с одними мутокрабами, а? Каучуковая ферма, блин. Так, еще ящики. Давай проверим. Это что такое? Странно как-то дерево тут. Так, бревно и латекс. Латекс. Ой-ой-ой. Там уже акула плавает. Тут как тут. Отмычки нужны еще тут, оказывается. Кто бы мог подумать. Упс, что-то сломалось. Твою налево. Наш маленький ножичек сломался у нас. Ну-ка, я могу еще сделать. Создать.
Что нужно для копета? Ага, чтобы копье сделать, нам 7-й уровень нужно. Создаем этот заточку. Будем бегать за заточкой. Так, ну что, бери заточку. Бери заточку. Что, ночь наступила уже? Я не понимаю, почему он не может вещи посматривать. Вот коробка, она подсвечится, я не могу ничего с ней сделать. Да на тебе, зомби. Да куда ты бежишь-то постоянно? Упс, говорит, что-то сломалось. У тебя, видимо, какая-то броня сломалась, парнишка. Сейчас промокну до нитки. Давай, 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 бомби этого зомбаря. Так, ну что у нас тут? Все началось с заболевших туристов, что разбили палатку южнее фермы несколько дней назад. Они приходили просить о помощи, на них было больно смотреть. Один из туристов напал на нашего техника, а мы заперлись в хижине и слышим, как кто-то скребется в дверь. У техника появились пятна на коже и распространяются по всему телу. Заболевание пошло, видимо. Смотри, видишь, я нажимаю на поиск, ребята, и ничего не ищется. Что за баг? Тут вот идет, например, поиск, а там нет. Что такое? Помехи. Вызывай Тыка, есть кто живой? Только я, остальные зараженные. Оу, ты уже на ферме, печально слышать твое сообщение, но не нужно опускать руки. Не забудь про прокладку, она должна быть где-то в хижине, конец связи. Что ты со своей прокладкой достал уже меня? Эх, тут зомби уже сидит, притулился. И тут нет такого, ребята, как автобой, тут надо постоянно кликать. Самому, причем. Ишь, и не ищет. Резиновая прокладка, наверное, здесь у тебя. Так, задание выполнено. Стрелы для гарпуна. Если ты еще не ушел, прошу, помоги. Я добрался до своей баржи, и тут полно зомби. Мне срочно нужна помощь. Приходи быстрее. Расскажешь все потом. Жду тебя. Так, газированный напиток я получил. Ну вот, смотри, смотри. Видишь, верстак? Я нажимаю. А, ну тут идет поиск. А на некоторых вещах все-таки нету этого. Вот так крабы там ползают. Ать, левел ап. Шикарно. Сейчас почему-то обшмонал. Тогда рюкзак трещит по швам. Нужно побольше. Нужно тебе рюкзак. Так, подожди. Это... Ять, бежит, бежит. Ломанулся, ломанулся. Лохмандей. То есть нужно где-то, что ли, в определенном ракурсе стоять или как, я не пойму. А, это не работает, понял, ничего интересного. Хлам. Баби Руса. Баби Руса, название такое. Че, мне надо сюда плыть? Так, и шпарить до своего плота, да, получается? Так, торговая баржа стала доступна для посещения. Перейти к рецептам. Копье мне доступно, да, теперь? Точно. Так, копье это всегда хорошо. Ну что, поплывем сюда. Ну да, пойдем, поплывем. Блин, хотя лучше, наверное... Мне бы хотелось забрать все, что находится на самолете. Там столько ресурсов дофигища, ребят, которые мне нужны. Да, как мне это все сделать? В плане, как мне это уложиться, это все? Так, резиновая прокладка. Нужна осмотрителю маяка для починки опреснителя воды. Опреснителя воды. Ну ладно, пойдем на эту, на баржу, фиг с ним. Просто мы сейчас на барже тоже здесь, если даже найдем какие-то полезные ресурсы, мы их взять с собой не можем, потому что у нас инвентарь весь забит полностью причем.
А он еще попросил тут о помощи своей. Ну и чего? Причалить. Я надеюсь, когда я отсутствую на плоту. На помощь! Намек ясен, блин. Разбираться Рейчику придется с этими зомби. А копья сделать не могу, потому что нет доски у меня, понимаешь? У меня есть бревна, а досок нету. А знаешь, почему у меня этого всего нету? Потому что у меня нет лесопилки. А лесопилки нет, потому что я ее ни хрена не сделал. Бинты есть, слава богу, хоть. Всего 5 единичек урона наносит этот ножичек, заточка. Все сломается еще, к тому же. Можно сделать еще один? Так, это гарпуны. Это стрелы для гарпуна, понятно. Чего там было разблокировать? Разблокировать 6 дополнительных ячеек в рюкзаке. Так, и полезную собачку с золотым статусом. Хе-хе. Создадим пока, но... Блин, создадим. Не создадим, ни шиша. Все переполнено. Че, нужно всех убить, что ли? Упс, что-то, говорит, сломалось. Давай бей кулаками, раз нечем уже драться нам. Все зомби убиты. Поговорить с Ико. Так, Ико, подожди секундочку. Я сейчас сделаю себе этот. Хотя бы один. Заточку. У этих зомби понятно, тут только тряпки. Тряпки для бинтов, может быть, для ткани. Почему этот зомби не просматривается, а? Спасибо за помощь. Они появились неожиданно. Говоришь, на острове были зомби? Это все очень странно. Прокладку ты все-таки смог найти, спасибо. Надо разобраться, что случилось и откуда взялись эти зомби. Вот, держи координаты острова Шелл Бич и частоту радио. Босс этого отеля знает много информации, спроси его, может, он подскажет. Чуть не забыл, у меня на торговой барже остались товары, не хочешь взглянуть? Может, что интересное найдешь? Ну, не за бесплатно, сейчас времена такие, сам понимаешь. Ты же жук, а? Это мы пропустим. Так, что у тебя здесь есть? Неизвестный ящик. Тесак. Шатун. Ага. Подожди, я тебе отправлю гироскутер на плот. Он позволит тебе быстрее путешествовать по островам. Да вот только он сломан. Ну, ты сможешь его починить. Конечно, смогу. У меня не так уж много вариантов. А что теперь нужно? Вернуться на плот, сделать хранилище. Это задание так и до сих пор висит. Вернись на плот, сделай хранилище. Дрейфовать. Грести. Значит, у нас самолет. Причалить. Так, опять же, мне не хватит, по-моему, древесины. А это еще кто такой? А, это гироскутер, что ли? Вместо лодочки, да? Он мне подогнал. Шикарно. Прием, прием, как слышно?
Прием, ты живой человек? Слава богу, я Рио, охранник отеля, мне срочно нужна твоя помощь. Тут все пришло в упадок, тебе наверняка потребуется топор, советую набрать ресурсов для него. Приплывай быстрее, конец связи. Кажется, Рио в опасности, ему нужна помощь. Да мне бы самому помощь не помешала бы, если честно, создать. Можно мне... Так, что нужно для этого? О! Построим-ка мы лесопилочку с тобой. Вот так вот. Здесь будут отображаться... Ну, понятно, что постройки. Доска. Вот доска. Подожди, а мне доска? Да, мне доска нужна. Три минуты 56 секунд будут делаться доски. Вода, я смотрю, уже... Все, воду полностью тут закочепарил. Дай-ка я... Оп. Это нам нужно для... Теперь пластик, блин, нужен, а? А для копья что надо? Доска. Как раз вот сделаем копишко. У него урон, ну извини меня, 10-12 или 4-5. По-моему, существенная разница. Ветхий ремонтный стол, блин. Его тоже нужно починить. Гвозди. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем так. Так. Вот это я не знаю, где брать, если честно. А это что у нас такое? Этот сок может собрать дерево гивея. Это, видимо, будем делать каучук. Да, нам нужно шурупы эти. Слиток. Он делается в кузнице, говорят. А чтобы построить кузницу, нам... У нас еще рано, по-моему, да? Кузницу создавать. Так, это Дождилов. Ткацкий станок. А это откроется на 14-м только уровне. Ё-моё. Слушай, ну тут вот доски плавают, можно, в принципе, здесь. Смотри, я здесь могу прям собирать пластик. Он проплывает. Ух ты, ящик какой-то. Давай. Так, сырая кожа. И все? Только сырая кожа мне досталась. Нормально. Блин, все время сюда хочется зайти. Так, ну что, это у нас изготавливается, это все делается. Так, ребят, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте пока сегодня закончим эту серию. Пишите в комментариях, как вам игра, зашла, не зашла, стоит в нее играть или нет. Я бы так сказал, что это новая игра на старый лад, потому что она напоминает нам такие игры, как Last Day. Ну, понимаете, да? Про какие игры я имею в виду? Вот такие вот выживалки. Ну да, здесь немножко как вот такой вот мир постапокалипсис. Все-таки на острове тут что-то из рафта взято. В общем, можно, наверное, ее посмотреть. Короче, пишите об этом в комментарии. А я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.